Москвичи тоже против закрытия Ивановского депо номер 2. Во вторник в столице около представительства Ивановской области состоялась акция солидарности с требованиями работников МУП ПТ. В качестве организаторов одиночных пикетов выступили представители московского отделения организации «Левый фронт». Акцию в ближайшее время они собираются повторить. Вот только времени до 1 августа, даты окончательной ликвидации второго депо, осталось не так уж много. Почему мы решили это сделать? Поскольку мы поддерживаем профсоюзное движение, понимаем интересы граждан, которые лишаются общественного транспорта. Вот. Ну, к тому же, большое участие в организации вот этого протеста принимает Ивановский левый фронт. Москва не может не поддерживать регионы. Вот в данном случае. Это и было основной мотивировкой.